Несмотря на трудности и погодные условия, работники полиции продолжают нести службу на страже города и округа. И за прошедшую неделю на пульт дежурного поступило 320 сообщений о преступлениях и происшествиях. Из которых 18 сообщений зарегистрировано с признаками состава преступления. Значит, из них 10 фактов содержат признаки превентивного состава. И 8 фактов содержат признаки преступления средней тяжести и по более тяжким составам преступления. По 79 материалам принято решение в дежурном сутки, из которых по 2 возбуждены уголовные дела. По 11 материалам проверок принято решение о вынесении постановления об отказе возбуждения уголовного дела. 3 материала направлено по территориальности и подследственности. По 5 материалам принято решение о приобщении специального номенклатурного отдела, как не нашедших свое подтверждение. По 6 сообщениям составлены административные протокола. 11 сообщений приобщены к ранее зарегистрированным фактам. Отказано возбуждение административного производства по 1 сообщению. На территории Артемовского городского округа за прошедший период по подозрению совершения преступления задержано было 5 человек. Выявлено было административных правонарушений всего 499, из которых по линии ГИБДД 443. В ходе проведения профилактических мероприятий на территории Артемовского района было проверено и осмотрено 405 единиц автотранспорта, 482 лица проверено по базам МВД на розыск, 58 граждан было проверено на наличие